Светошумовое шоу против грабителей. Российские инженеры создали комплекс, способный остановить так называемое ограбление на рывок еще до приезда полиции. Ну, то есть вырвать из рук жертвы сумку и раствориться в толпе уже не получится. А в качестве основного средства борьбы с преступниками в системе используется дым. Подробности у Андрея Алексеенко. Преступники среди белого дня крадут банкомат. Никакие системы защиты при этом не помогают. Тяжелую конструкцию попросту вырывают из стены грузовиком. Подобных съемок с камер видеонаблюдения в интернете десятки, а то и сотни. Для зрителей бесплатное развлечение, для владельцев банкоматов огромные траты и головная боль. Российские инженеры считают, что ситуацию можно исправить, если использовать дымовую завесу как средство борьбы с преступниками. Заполнение помещения происходит за считанные секунды, так что нарушитель не имеет дальше возможности совершать взлом банкоматы. Надо отметить, что дымовую завесу при охране банков начали применять еще в прошлом веке в Англии. Однако до сих пор дым создавали с помощью пиропатронов, пахучих и вредных устройств, которые после использования оставляют осадок. Российская разработка устроена по-другому. А вот этот дым насколько безопасен для моего здоровья? Он абсолютно безопасен для вашего здоровья. В его составе глицерин и вода. Во время работы в системе ничего не сгорает. Смесь прокачивается через нагревательный блок и испаряется. Так что образовавшийся аэрозоль правильно называть не дымом, а паром или туманом. И видимость в нем соответствующая. Тут не то, что банкомат сломать, ручку дверей найти непросто. А ведь параллельно с запуском туманной завесы включается стробоскоп и начинает выть так называемый саундер. В устройстве 8 динамиков, каждый работает на своей частоте. По словам разработчиков, после 5 секунд прослушивания какофонии у человека наступает отрезвление. А через 15 секунд морская болезнь. Ощущения действительно не из приятных. Кажется, будто тебе сверлят голову. А заглушить устройство самому не получится. Даже если полностью обесточить помещение, саундер продолжит работать на аккумуляторах. Работать она может порядка недели без питания. И сделано все это также в антивандальном корпусе, что важно для банков при попытке устройства сбить, отломать, обрезать питание. Это все не страшно.